Нет, я все-таки решился. Бумага для принтера — это то, что мне нужно. Кто-то бегает. Не надо начинать так серию. Не надо никому здесь бегать. Так не по себе в этой темноте. Если ты не забыл, то нам нужна бумага для принтера. Что? Где? Алло! Куда я иду за бумагой для принтера? Это ж страшно подумать. Это мне? Игра, спасибо. Я так люблю розы. Вообще нет. О, это пробуждает во мне воспоминания. Чувак, ты такой сентиментальный. 79-й год. А, вот так. 43-й, 79-й. Я буду скучать по тебе, мам. Я люблю тебя, мам. Вот такие воспоминания. Магазин где-то должен быть недалеко. Магазин всяких гаджетов и компьютерной техники. Где-то должен быть здесь. И похоже, в этом городе все магазины круглосуточные. О, из ниоткуда. Просто возник из ниоткуда. Бумага для принтера. Наконец-то. Наконец-то. Мне же ночью она так нужна. Печатать буду. Тёлку напечатаю себе, подрачу на нее и спать. Как же без бумаги для принтера это сделать? Здрасте, забор покрасьте. Мне бумагу для принтера. Привет, я Карл. Карл, кассир, робот. Я позабочусь о вашей покупке. Выберите, что вам нужно купить на моем интерфейсе. Давай начнем. Лэптоп. Принтер пейпер, пожалуйста. Плиз бита. Нах ты хвахшимах. Ордер комплит, спасибо. Мне больше ничего не надо. Заплатите 2.99, чтобы получить ваш продукт. Сука, и здесь надо платить. Нет, я хочу убежать. Не могу выйти, не заплатив. Это же робот, он же за мной не погонится. На 2.99. Ваш платеж выполнен. Благодарю. Айпад забираю с собой. Кэшбэк. Эй, верните. Старый айфон, третий. А чё третий айфон всегда мечтал? Сейчас никаких не будет хоть такой. О. Ладно, я очень честный, видимо. Не хочу здесь воровать. Все, я пошел. Эй, а как мне выйти? Принтер пейпер. А, подожди, а где она? А, надо было взять ее. Все, спасибо. Теперь... Все, принтер пейпер взял. Теперь я пошел за цветами. Ну что, я почти закончил. Серьезно? Штаны себе? Ну ты даешь, чувак. Так, подожди, куда мне? Вот сюда. Что за звуки? Если что, у меня... РПГ у меня, хотел сказать. Что ты высовываешься? Ну вот все. Шутки кончились. Ты что же видел? Кто-то там был.
Неужели они меня обманули? Неужели здесь все-таки есть маньяк? Пропала. Кто? Квадратик. Пропала стопка квадратиков. Это место кажется каким-то отстраненным. Каким-то даже пугающим. Дорога закрыта? Как странно. Да, я такой. Меня не остановить ни перед чем. Я просто перепрыгнул значок. Я бешбашенный. А что, машина не моя? Не моя. Если понадобится, она станет моей. Да, если что, решу, заберу себе сразу. Я здесь новенький. Теперь это... Я пошутил, я не задерживаю, не надо! Оцените мою актерскую игру. Да, это была актерская игра, я просто курсы закончил, хотел попрактиковаться, я не испугался. Милдрис Марго... Это цветы, да? Дверь закрыта, как странно. Но она должна быть открыта. Видимо, владелец на перерыв отошел. Ну, я посмотрю, где он. Да, блядь, ночь глухая. Конечно, должно быть открыто, а как же? Бери вот эту розу и пошли. Красивая роза. Поедем на велике, походу. А, у меня чувство, что этот велосипед принадлежит владельцу магазина. Надо постучать еще раз. Почему у тебя такое чувство? Потому что он стоит рядом с магазином. И, видимо, очень на цветах плохо зарабатывают. Эй, алло! Пошел в жопу отсюда! Эй, вы о чем? Мне нужны цветочки. Оставь мою семью в покое. Бери, что тебе нужно, и проваливай. Что? О чем вы говорите? Я за цветами пришел. Я тогда розу у вас здесь позаимствую. Деньги... Оставлю здесь под дверью деньги за розу. Мудак. И на твоем велике не поеду, не переживай. Не могу. Почему? Почему разработчик не предусмотрел такой возможности? Так, а что я? Ёб твою. Да ну перестань. Ну какой дождь? Ну ты что? Я ж весь промокл. О, что? Что за звук конченый? Алло, бля, вы шо, пугаете? Эй, там! Мокнешь, чё стоишь? Что ты здесь делаешь? Дождь льёт. А уже поздно. Я тебя подвезу. Садись, куда ты там направляешься? Просто садись в машину, понимаешь? Садись. Я составлю тебе компанию. Сесть в машину? Смотри, в этой игре обучающий момент. Я просто знаю, что... К незнакомцу в машину садиться нельзя. Понимаешь? Поэтому я говорю нет. Пошел нахер. Да не переживай, что ты? Я не переживай, я пройдусь. Да ты не бойся, ты успокойся, просто садись. Ты же промокнешь весь. Давай садись в машину. А, блин, хорошо, я сяду к вам в машину, мистер. Я дебил. Не делай так, как он. Не садись к незнакомцу в машину. Эй, подожди минуту. Ты этот мудила, которого я видел раньше, да? О, да, Рубен, привет, что такое? Откуда ты знаешь мое имя? Из моего ID, удостоверения? Упси. Неловкая пауза. Ладно, куда ты направляешься? Мне в магазин мясника, нужно купить мяско. Отлично, мне по пути. Ну что ж, тогда давай поедем. Тебе по пути, со мной в магазин? Это странное совпадение.
Он тут за углом, не переживай. Быстренько доедем. Надо смотреть назад. Я понял. А тебе не смущает, что у меня ног нет? Я сижу на сиденье. Я не знаю чем. Копчиком, ног нет. О-оу! Газуй, за нами хвост! Всегда мечтал это сказать. Газуй, говорю, за нами хвост! Рубен, твою мать! Как выйти? Я хочу выйти! Фух, мы оторвались, Рубен. Ты просто наскар. Молодец. Ну что, вот мы приехали. А ты как думал? Обычно я беру бабло, когда подвожу. Ну, видимо, увидимся. Давай, удачи тебе. Спасибо. Спасибо. Все хотят на мои бабки напасть. Тебе не дам бабок, вали. Так. Самая яркая вывеска у этого магазина, видимо, это и есть мясная лавка. Опа. Нельзя зайти. Нельзя. А вот нельзя. Ты Зися. Ты просто Зися. Все, тебе нельзя туда зайти, а мне Мозя. Ты Зися. А нам надо свериться со списочком. Добро пожаловать в мясобойную, ублюдка. Не стесняйся, осмотрись, у нас есть все виды мяса. И потом подойди к кассе, оплати мне, когда выберешь. Да-да, хорошо, звучит неплохо, сейчас буду выбирать. А я не могу список достать больше, интересно. Так, это мяско, да? Вырезка тут. О, я чувствую через стекло, что оно все гнилое. Серьезно? А выглядит таким красненьким, красивеньким. Вот этот стейк, смотри. Ням-ням-ням. Так, у тебя все прогнило, мудила. Ты что, меня хочешь кинуть? Ну что, вы уже выбрали? Не, вообще пока не выбрал. Я хотел попросить вас посоветовать. Какого хрена? Электричество в этом районе обычно не обрубается. Но я так занят, так занят. Нужно заменить пробки. Эй! Я знаю, о чем ты меня попросишь. Я дам тебе мясо бесплатно, если ты пойдешь на склад и поменяешь перегоревшие пробки. Я оставил несколько запасных пробок там, на полках. Да-да-да. Пойди поменяй. Ладно, хер с тобой, я поменяю. А ты мне мяско бесплатно, да? Да-да-да, я тебе мяско. Вот фонарь, бери фонарь, иди, там темно. Тебе нужно 3 пробки. Как только соберешь их, поменяй их в щитке электрическом. Спасибо, что помогаешь мне. No problemo, man, no problemo. Беру фонарь. Как включить его, не знаю. О, знать, на F.